Мне написала девушка знакомая, что бабушка живет одна без родственников в старом ветхом доме, и причем у нее ни света, ни газа, ни воды, ничего, то есть, как говорится, военные условия. Понятно. Скажите, вот сейчас вы пытаетесь ее застать дома, да, эту бабушку? Да. Ну, по сути, по всему ее дома нету. Что мы сейчас хотим добиться? Мы сейчас хотим как-то каким-то либо образом восстановить электроснабжение ее в доме. То есть это нам надо вместе с ней заходить в дом, посмотреть, в каком состоянии у нее электропроводка. Наряду с этим также было отключено газоснабжение. То есть трубы есть, все идет, но вентиль снят, заглушка стоит. Но как вот сейчас вот эту зиму она будет переживать без тепла, без газа, это неизвестно. Если насколько тут видно, тут вот стекло сломано, там рама вот такая дыра сквозная, то есть там на стенах иней. Дом полностью заморожен, там минусовая температура. А бабушка, очевидно, сама вот эти проблемы решить не в состоянии. Она сама решить не в состоянии. Года 3-4, то есть 4 это точно она уже вот так живет. То есть 2 или 3 зимы она пережила? Уже 3 зимы это точно пережила. Как она живет, я не представляю просто. Мы все только иногда так... Она какая-то на разговор, она не идет. Как она так? Ну, помощь не просила. А принимала, помолится, скажет, что спасибо, вот там, если что, пирожок унесем. Я вот как видела ее на кладбище, она вот летом на кладбище живет, у сына на могилках. Там она, у нее прям лежанка сделана, она там лежит все лето, живет там. А к нам уходит она за водой на колонку с бутылкой водой пластмассовой. Раза два мы наливали ей горячей воды, да так пирогов давали. Идет мимо, попросит, ну она не надоедала. Она не пьет, она ничего, ну она какая-то со странностями. Женщина, она не пьет никогда, она ходит, только побирается. Сына она похоронила, мать у нее идет, мать тоже похоронила. Она одна, у нее никого нету. Тут находится как бы кофейный аппарат, который кофе и чай. Ну, по минимальным ценам, то есть это, грубо говоря, 10 рублей стакан чая с лимоном. И вот она приходит. Вот она приходит утром пить к открытию магазина. И к закрытию магазина приходит пить. Но где она целый день ходит, тоже неизвестно. Мы как бы искали ее в соседних магазинах, но так и не нашли ни разу. А вот вчера вечером мы ее в 5 часов здесь застали в магазине. Она как раз чай себе брала в автомате. Скажите, а сегодня она приходила? Утром рано? Была, то есть, да? Да, она мне передала, чтобы вы больше не заходили. Чтобы я вас попросила об этом. О чем? Чтобы вы больше к ней не приходили. А, чтобы больше не приходили? Да, она. Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам плохо, что ли, лежите? Мне очень хорошо. У меня дитё здесь моложе, может, вас лежит, а я должна тут разглагольствовать. Не, мы просто смотрим, вы лежим, тебе ну вдруг вам плохо стало. Правда, очень плохо. Но лучше было плохо и сдохло бы, чем хорошо дожила бы. Как так получилось и как вы, в принципе, выживаете в доме без тепла, без света и нужна так ли вам выживаю. Какая-то у меня, помощь? У меня вон дитя не выжила при таких хороших, можно сказать, условиях, и я буду выживать. Я не выживаю, я стараюсь сдохнуть там. Людмила Геннадьевна, вы примете помощь, если вам подключат свет, газ, вот там, сейчас, плиту? И пока весны не будет, пока тепла, до весны, а там, может быть, помощь и нужна будет. А вы не замерзнете зимой? Нет, конечно, я ту зиму нормально прошла, это вообще теплая вода, я и здесь не мерзну. Я вот в пуховике и в шубе. Но вы помощь примете? Весной. Thank you.